Динамичность, отточенность движений и полное взаимопонимание. Все это про чирлидинг. Тюменская команда «Виктори» взяла 7 медалей на всероссийских соревнованиях по чирспорту, также на чемпионате и первенстве страны, которые состоялись в Москве. Для нас это был дебют в 12-14, дебют взрослых команд. До этого у нас были многократные чемпионы России именно в юниорской категории, а в 12-14 и во взрослых у нас команды приехали впервые на чемпионаты первенства России. И тем не менее мы забрали золотые медали и серебряные во взрослых. Мы знали, мы ожидали то, что мы попадем в тройку. Мы надеялись на золото, но бывают такие моменты, когда не все получается. К сожалению, это был один из таких моментов, и мы взяли серебряную медаль. Еще одно достижение тюменского чирспорта – именно представительницы команды «Виктори Дрим». Первыми в регионе получили разряд мастеров спорта.